Здравствуйте, это программа «Культурный экспресс», ваш гид в мире культуры, искусства и творчества. Меня зовут Анета Дышекова, и каждую неделю я знакомлю вас с самыми яркими личностями творческой сферы, а также с наиболее интересными культурными событиями, которые не прошли незамеченными. Ну что ж, начнем? В Казани вручили 1 миллион рублей победителям проекта «Кино за 7 дней». В рамках данного проекта 10 команд из 7 стран должны были за 7 дней отснять и смонтировать свои работы и показать членам жюри конкурса. Среди участников была и творческая команда из Карачаево-Черкесии. Кстати, специальный приз от Министерства культуры Республики Татарстан достался работе «Сююмбике» режиссера из нашей республики Артура Найманова. «Оно вернулось». Фильм американского режиссера Андреса Мускетти стал лидером российского проката в выходные. «Оно 2», снятый на основе романа Стивена Кинга, собрал почти 600 миллионов рублей. Напомним, что в фильме показываются события, которые произошли спустя 20 с лишним лет. И повзрослевшие герои первой части фильма вновь столкнулись с клоуном Пеннивайзом. Конечно же, трудно порекомендовать его зрителям, далеким от хоррора. А вот фанаты жанра точно оценят этот сиквел по достоинству. В Черкесске состоялась премьера документального фильма «Приговоренные к забвению», повествующего о депортации карачаевского народа. Мероприятие собрало в амфитеатре города более 1000 человек, актеров, артистов и просто неравнодушных к трагедии депортированных народов людей. Как прошла премьера фильма, посмотрим в сюжете. В ноябре 1943 года указом Президиума Верховного Совета СССР карачаевский народ, а это преимущественно женщины, дети и старики, так как мужское население в этот период воевало на фронте, подвергся выселению в Среднюю Азию. По ложным обвинениям властей дома лишились более 80 тысяч карачаевцев. Людей попросту сгоняли в товарные вагоны, более чем по 200 человек в каждый. А во время кратковременных остановок не было возможности похоронить родных и близких, умерших в дороге. История депортации карачаевского народа даже спустя 70 с лишним лет заставляет содрогаться даже далеких от этой трагедии людей. О депортации уже снято несколько фильмов, написано множество книг. Авторами новой экранизации стали Марат Дураев и Антон Степаненко. Ими был создан документальный фильм «Приговоренные к забвению». Бабушке было очень важно хотя бы взглянуть на этот самый Сталинград. Ведь там воевал ее сын. В обшивке вагона было отверстие, кто-то отломал кусок доски, и женщина поспешила к нему. Но даже бросить просто взгляд на этот город ей не довелось. Анзор Акбаев принимал участие в съемках фильма. Несмотря на то, что снимались кадры в Ростове более суток, самым сложным он, тем не менее, считает ощущение горечи и тяжести от произошедшей трагедии. Сам Анзор не стал свидетелем репрессий, так как родился позже, в Средней Азии. Однако рассказы родителей о депортации навсегда отпечатались у него в сердце. Ноябрь – это холодный месяц очень, и по дороге они без отопления, без пищи, без ничего. Даже некоторые братья, сестры остались в разных населенных пунктах. Они не могли вместе ехать, и там друг друга искали очень долгое время. Идея создания картины зародилась у Марата Дураева еще 7 лет назад. Он так же, как и его земляки, был впечатлен стойкостью предков, их силой духа. Чтобы выпустить достойный материал, Марат изучал имеющуюся литературу и архивные данные. После чего начались съемки, которые вместе с монтажом заняли больше года. Но завершилась работа над фильмом чуть более недели назад. Те основные моменты, которые мы хотели в фильме показать, я думаю, что нам удалось показать именно те моменты, где были ошибки, почему были эти поводы были выдуманы для депортации. То есть я надеюсь, что мы эти причины все и недомолвки устранили. Понятно, что закон о реабилитации был принят в 91 году, это все уже было ошибкой, но тем не менее мы смогли найти, как мне кажется, те основные моменты и показать их в фильме. Съемки фильма проходили с участием многих людей. Исторические данные собирались из всевозможных достоверных источников. Были сняты уникальные интервью с участниками депортации. Проделана колоссальная работа, не оставившая равнодушными никого из гостей премьеры. Нет в Карачаеве такой семьи, которой не коснулась бы депортация. В том числе и мои прабабушки, прадедушки были высланы в степи Средней Азии. И я очень рада, что появился такой фильм, который напоминает нам, молодому поколению, о тех страшных событиях, которые пережил мой народ.
После премьер «Черкесски», «Карачаевски» и «Нальчики» в амфитеатре парка культуры и отдыха «Зеленый остров» состоятся открытые показы для всех желающих 13, 14 и 15 сентября. Алина Гидиева, Роман Нагаев, Архыз-24. Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях актер Карачаевского драматического театра, народный артист Карачаева-Черкесии Умар Али Бастанов. Кстати, он тоже принял участие в съемках нашумевшего документального фильма «Приговоренные к забвению». О своей работе в этом проекте артист расскажет нам буквально через несколько секунд. Здравствуйте, Умар Али Аубекирович. Добрый день. Очень приятно видеть вас у нас в гостях. Умар Али Аубекирович, давайте начнем вот с вашего участия в фильме «Приговоренные к забвению». Так называется, да? Да, так. Когда вы снимались, какая роль вам досталась, в общем, какие впечатления у вас остались? Ну, сразу скажу, впечатления, сами знаете, что действительно это такие народные боли, которые, ну, никогда не забываются и не забудутся, скорее всего, долгое время. Впечатления остались самые хорошие, потому что ребята работали от души. Работали так, как не работает даже вот во всех больших фильмах, Мосфильмах, там, за рубежом. Ребята работали от души. И мне это очень понравилось, потому что там была чистая, нормальная, человеческая, открытая душа. И это ничем не заменишь. Никакой талант, никакие там учения, они нужны только, если душа там работает вовсю. Поэтому спасибо ребятам за то, что они создали такой фильм, который... Это я в последние годы первый раз вижу, чтобы минут 10, стоя, весь зал хлопал. Угу. Это большое достижение. Я очень благодарен и народу, который принял вот это вот с такой душой. Конечно, везде бывают и погрешности, везде бывают и неудобные моменты, но эти ребята работали от души и очень хорошо. И я благодарен. Я видела фотографии, где прям люди плачут, и очень много людей. А по-вашему, какой момент самый душещипательный в фильме для вас? Какой самый тяжелый момент был? Ну, я сам лично участвовал в фильме в самом переселении, когда вот горцев из своих дворов выгоняли, там загружали в вагоны. Это, ну, мы сами это участвовали, и мне самому, когда действительно под ружье брали солдаты, приходилось думать, что это действительно так. Угу. Вы, что вы испытывали? Вы знаете, этот момент такой сложный, что аж в голове волосы зашевелились. Угу. Были такие моменты, которые я серьезно подумал, что это действительно что-то случается с нами. Угу. Конечно, на все, если выдавать эмоции, человека не хватит, но там мы выложились так, что я действительно, вот моменты, которые там мы снимались, я думал, что это действительно происходит с нами. То есть вы прочувствовали, да, тот ужас, который испытал ваш народ? А вы знаете, там атмосфера была такая. Там рабочая атмосфера была такая, что мы поверили в то, что мы делаем. Угу. И спасибо ребятам, что это они ввели в нас. Они довели наш уровень сознания в тот момент на то, что мы подумали, что нас действительно выгоняют из своих аулов. Угу. Вот спасибо им, ребятам, за это. Угу. И когда поднимали на машины... Мы видели, как уже там же женщины плакали, шли плакали. И когда фильм проходит, когда женщин так загоняют, в зале тоже плачут. Вы знаете, это, ну, очень многого стоит. Потому что, ну, редко какой человек, особенно наши горцы, редко когда слезятся, вы сами знаете.
А вот тут получилось так, что действительно люди поняли, прочувствовали этот момент и добились, достигли ребята такого уровня, который, не хочу сказать что-нибудь другое про то, что было раньше в других этих рассказах, фильмах, но в этот раз ребята добились своего, достигли уровня. И народ это тоже почувствовал. Ну, у вас какая роль была в фильме? Я был отцом одного двора, в смысле старшим одного двора, и я тоже как более активный мужчина, который остался, которых не принимали во фронт, я старался сделать что-то в тылу, и вот получилось так, что мы старались в тылу творить что-то полезное, приятное для народа, для страны, а нас загоняли в вагоны. Вот само чувство, то, что выселяли, вот это чувство через меня тоже прошло это все. Это я хотел сказать в фильме. И не знаю, насколько это у меня получилось, но сам я прочувствовал то, что неправильность поведения страны, власти страны, то, что они с мелкими народами, с балкарцами, с чеченцами, ингушами, с карачаевцами поступили чуть-чуть некорректно, неправильно. И это в душах большей части населения оставило очень большие раны. По сей день эти раны кровью обливаются. И этот народ, который стоял и хлопал на то, что было уже произведено в фильме, народ тоже понял это. До сих пор, до последнего момента, вот до этого фильма, я еще не видел такого, чтобы люди столько принимали от души вот наши фильмы, наши эти рассказы, наши про это, то, что мы расспрашивали, ездили там. Мы над этим текстом работали долго. И я не кто-нибудь, какой-нибудь автор этого фильма, а я обычный актер, который занимался там. И моя душа тоже в фильме. А как вы получили приглашение принять участие в этом проекте? И вы, наверное, сразу, да, согласились? И как это было? Ну, само собой, тут даже слов не могло быть, потому что ребята искали актеров, ребята искали ребят, которые должны были участвовать там. И когда мне позвонили, сказали, что вот мы тебя видим там в фильме в такой-то роли, вы знаете, это было вдвойне приятно, потому что то, что ребята знали уже, что я есть и работаю, и то, что они видят меня в какой-то роли, особенно в этом фильме, для меня это было очень огромной радостью, потому что значит, не зря я живу, значит, не зря я работаю. А Умар Али Аубекирович, наверняка эта роль в этом фильме стала для вас одной из самых важных ролей, но, наверное, и вашу семью коснулась эта беда? Или все-таки вы смогли обойти стороной? Нет, вы знаете, я же тоже карачаевец, и мои двоюродные братья умерли от голода там же, в Казахстане. И мои родители поженились даже в Казахстане и оттуда вернулись. Я, правда, родился уже здесь. А остальные мои старшие братья родились, два брата и две сестры родились уже в Казахстане. Я уже пятый, и поэтому родился я уже здесь, после того, как уже вернулись карачаевцы с Азии. Поэтому эта роль для меня была, как вам сказать, ну, по воле случая мне подвернулся такой момент, что я хоть во что-то вложил себя полностью от и до. Я, конечно, на сцене тоже работаю и стараюсь этого делать от души, но вот как в этот раз, ну, никогда у меня не получалось.
В этот раз я знал, что я действительно, меня выселяют, действительно, меня ведут, везут, и я действительно тот горемычный, который не знает, что будет дальше. Вот в других, я в нескольких фильмах уже снимался, в спектаклях тем более, пьесе, когда в спектакле играешь, в пьесе там расписано все, и ты примерно знаешь, что вот концовка этого будет такая. А тут, вы знаете, я ушел в роль и думал, ехал и думал, что действительно все, скорее всего, не знаю, чем это кончится. И это очень большое чувство, которое, ну, редко у актера бывает. Что он полностью верит в то, что погрузился делает. В роль. Погрузиться полностью и верить в то, что это очень большое качество для фильма, для этого. Поэтому сам я был очень доволен своими действиями. Но как народ, я не могу судить это, пусть народ сам говорит. А я сам лично знал, что мне было очень мрачно в душе от того, что я шел и думал, чем же это кончится, что это ждет этого народа, мой народ, чем я знал, что народ уже не вернется сюда, там в указе было написано, навсегда выселяется. Значит, а где жить будут те, которые останутся, и останутся ли живые люди? Вот суть. Останутся ли живые люди, и если они даже останутся, кем они дальше будут и где будут жить. Ага. А сколько времени ушло на съемки? На съемки мы снимались несколько раз, и спасибо ребятам. Самое интересное, самое в этом фильме было то, что не будучи профессиональными киносъемщиками, не будучи профессиональными режиссерами, ребята делали, если не лучше, то не хуже обычных режиссеров, которые, кинорежиссеров, которые снимают фильмы. Вот это я видел. И дубль, когда повторялся, из-за чего-то я думал, елки-палки, разве в следующий раз такое возможно вернуть то, что уже было? Они делали еще лучше и лучше. Они просили народ, чтобы народ поступал еще вот так, еще вот так. Вот всякие варианты. И я понял, что у них в душе сидит этот фильм. У этих ребят, которые снимали этот фильм, в душе сидит этот фильм. И потом, когда скомпоновал режиссер все, что там было снято, я был очень доволен. Ну, вы сказали, это вот единственная такая серьезная роль, да, у вас за всю карьеру, получается. Но наверняка есть еще и много других ярких ролей. Давайте вспомним о некоторых из них. Ну, я снимался, помните Караченцева? Вот мы, я у не, с ним вместе снимались. «Раз-два горе не беда». Фильм такой есть, по сей день гуляет. Потом «Она убила мужа», фильм такой есть, где я мужа играю тоже, но это уже азиатский фильм, Таджикистан. Ну и так далее. Короче, были некоторые фильмы, которые я снимался, и эту тему я касался тоже в другом фильме. Но как в этот раз, я тоже не выкладывался ни разу, потому что там было намного меньше и по времени, и по тексту. Поэтому я думаю, что хоть чего-то я добился. Ну, вы играли и в фильмах, и играете до сих пор в театре. Да, я работаю в театре. Где вы как актер чувствуете себя, ну, скажем так, полноценным артистом в кино, ну, в фильме? Вы знаете, сразу скажу, что сцена, спектакль – это живая работа. Живая работа, она ежеминутно, ежесекундно ты работаешь и знаешь, что ты, ну, никогда не вернешь это, то, что ты уже скажешь или не доскажешь.
А в фильме можно это дублировать и поправить фильм этим и легок, легче, чем спектакль. Ну, легче. А где вам больше нравится? Вы знаете, приглашали меня и в Мосфильм. Ну, в театре, конечно, живее и лучше. Вы отказались? Я не то что отказался, но не нашел я варианта уехать и сниматься там. А в спектаклях работаю. Это по молодости много этих ролей предлагали. А сейчас уже мы тоже стареем потихоньку. А чаще всего это какие роли были, какие предлагали? Ну, чаще всего жениха больше. Ну, я имею в виду комедийные роли или же... Нет, у меня комедийные серьезные или жениха. Да. Герой-любовник или серьезный чиновник. Ага, чиновник, да? Да. Ну, вот такие всегда предлагали. Почему-то ни разу ни один комедийный текст не подошел мне. Угу. Ну, у каждого актера всегда есть какая-то роль, о которой он мечтает. Вы уже сыграли такую роль? Или все-таки по-моему, не довелось? По-моему, ни один актер не добился своего, потому что... Все мы хотим играть самые основные роли мира, но я тоже буду мечтать, так что буду еще, я же молодой еще. Конечно. А скажите, пожалуйста, вы как актер, который много лет работает вот в этой сфере, что пожелаете молодым начинающим актерам именно? Работы, работы и еще раз работы. Надо верить в то, что делаешь. И работать вовсю. Только тогда добьешься чего-нибудь. Если человек полностью отдается своей работе, тогда он добивается успехов. А если какие-то побочные мелкие эффекты снимают время у человека, то ни один человек так... Ну, был такой Юлий Цезарь, который мог делать несколько дел сразу. А больше я думаю, что никому не удастся, чтобы и бытовые свои эти творить, и, между прочим, работать и на сцене. И сцена — это не между прочим. Ты должен отдаваться сцене полностью, и при этом и мыслями, и временем, со всем, что есть у тебя, ты должен быть на сцене и со сценой. И твой текст должен всегда у тебя во рту в любой момент, и ты должен повторять ее как любым тоном, который ты хочешь сказать. А если не так, то туда и лезть не надо просто-напросто. Актер должен быть таким примерно. Спасибо большое, Умар Алиев Бекирович. Спасибо, что пришли. Я желаю вам неиссякаемой энергии в вашей творческой деятельности. Спасибо. Постараемся. Ее искусство называют наивным, но оно совсем непростое. Сегодня в рубрике «Ликбез» я знакомлю вас с одной из известных в России современных художниц Сашей Фроловой. Итак, чем она прославилась? Она делает арт-объекты из надувных шаров, известные по всему миру. Кстати, девушка бросила карьеру медика ради искусства. Саша работает в жанре скульптуры и перформанса, является финалистом молодежной номинации премии Кандинского, обладатель международной премии «Арт Лагуна» 2014 году вошла в рейтинг «Самые перспективные молодые художники» и в том же году победила на конкурсе «Альтернативная мисс мира». Кроме скульптур, Саша Фролова делает костюмы из латекса и ткани с надувными деталями, например, разноцветными париками. Самый известный ее персонаж, которого она сама исполняет, затянутая в латексный костюм и маску «Киберпринцесса». Ну что ж, дорогие друзья, это была программа «Культурный экспресс». Я надеюсь, вам было интересно. Увидимся ровно через неделю.